Рядом с Амстердамом, на площади в 32 гектара, раскинулся уникальный парк Кёкенхоф. Единственный парк в мире, открывающий свои двери ровно на 2 месяца каждый год, доступен для посетителей с 20 марта по 20 мая. По дорожкам парка успевают пройтись более 2 миллионов человек, приехавших со всех уголков Земли, чтобы насладиться сказкой, которая так надолго готова излечить каждого, страдающего от жизни без прекрасного. 7 миллионов цветов вокруг оказывают ошеломляющее действие на любого, кто попадает в Кёкенхоф. Все остальные краски меркнут, затмеваемые цветами рукотворной сказки. Это своего рода магия легонько касается каждого посетителя, и люди говорят вполголоса, а случаи вандализма невероятно редки. На 52 километрах дорожек парка можно увидеть самый разный контингент и родителей, мирно катящих коляски с детьми и пожилых людей, наслаждающихся тишиной и удивительным покоем этого места, и велосипедистов, стремящихся запечатлеть в своей памяти каждый цветок и боящихся не успеть этого сделать. И их можно понять, ведь когда ворота парка остаются за твоей спиной, хочется оглянуться и убедиться, что это не сон и не видение, которое растворится в воздухе, едва скроется из виду. А это поле вокруг парка, на которых выращивают знаменитые голландские цветы. Спасибо за просмотр, подписывайтесь на наш канал, не забывайте ставить лайки.